Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня я записала видео, как принять участие в баунти программе Паровоз Призм. Нажимаю сюда, меня перебрасывает на страничку, я вам показывала. И я принимала участие в продвижении Инстаграм. Я выполнила все задачи. После моего видео, друзья, я вам всем очень благодарна за то, что поддержали мой пост. Большое вам человеческое спасибо. Если нужно, я всегда готова помочь. Взаимно как бы, да? Значит, друзья, смотрите, у меня понравилось. Вот у меня 15 лайков. И теперь, как я и обещала, показываю, как заполнять форму. Я нажала вот на эти красные буквы. Меня перебросило на страничку. Я уже заполнила, чтобы не затягивать видео. Продвижение призм в Инстаграм. Значит, акция, да, паровоза призм. 15 лайков, вам будет начислено 5 монет. У меня есть 15 лайков. И далее что нужно сделать? Ваше имя. Я написала свое имя в Инстаграм и фамилию. Елена Смирнова. Следующая графа. Сколько лайков набрал ваш пост? 15 лайков ставим. Если у вас 100 лайков, ставим сюда, нажимаем, кликаем. У меня 15. Далее мы вставляем кошелек, на который вам перевести вознаграждение. Я прописала, вставила, скопировала сюда адрес кошелька. Далее адрес, по которому вы оставили сообщение. Ссылка на форум или сайт в интернете. Вот здесь, друзья, я взяла из адресной строки ссылочку на свой пост и вставила секундочку. Рекламу закрою свою. И я вставила свою как бы ссылочку сюда. Адрес. Далее ваш логин на сайте, чтобы можно было вас узнать. Ваш логин, кто не знает, на сайте. Вот сюда нажимаю. Сейчас мне перебросит мою страничку. Вот у вас будет свой логин. Сюда ставим перед логином собачку. Вот. Видите, у меня собака Смирнова и мой логин. Теперь, друзья, я нажимаю «Отправить». Страничка загружается. Все. Ваш ответ принят. Результаты будут оглашены на вебинаре 19 июня. Ну, тут, конечно, будет в конце месяца, короче, друзья. После того, когда мне начислят мои монетки, 5 призм, это будет в конце месяца, я запишу обязательно видео и поделюсь своими результатами. Ну а теперь же я буду делать уже другой пост. Это уже будет после уже видео как бы. И опять же я сделаю, вот, опубликую собачка призм паровоз, сделаю как бы, напишу что-нибудь и в конце опять вот криптовалюта призм. И буду опять набирать 15 лайков. Вот таким вот образом мы будем зарабатывать на баунти программу. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч!